все догадаются. Но это для Матиевского. Опьянил совсем, в голове дурман. Тури-тури-тури-ту! Ну а я возобновляю рубрику «Пальма в подарок». И первая пальма в подарок для Дмитрия Матиевского. Димочка, это для тебя. Вот тут, Дмитрий, будет расти твоя пальма среди всех этих пальм. Здесь я буду закапывать всех лучших донатеров. Вот пальма, ямка, извиняюсь за ветер. Сейчас закопаю и покажу вам. Все, расти, Матиевский, большой. Заебись! Та-да-да-дам! Лучшая русская еда в Муйне. Огни Москвы. Просто заебись. На обед у меня пюре, котлеты. Что еще есть? Чай, песок и окрошечка. И сметанка. Вот такое сегодня море, дьявола. В общем, не купабельно. Алло, блядь. Ну, вроде слышно, да? Ощущение, что в подвале. Ну, тайфун, сами понимаете, пиздец. ВПДС, спасибо тебе. Теперь информация для тебя. ВПДС – это тот, кто затянул Юркина почитать после прошлой серии. Спасибо большое. Так и вот, ВПДС. Короче, цены. Вот я сейчас беру 250 тысяч. Это 750 рублей. 5 грамм травы покурить. Вот это такой примерный ценник. Где-то 700, где-то 800, вот так. Как это здесь намутить? Это очень легко. Есть такой район в Муйне, Боте называется. Но если ты сюда приедешь, ты про него будешь 100% знать. Там все едят морепродукты. Я, кстати, блядь, сегодня целую ночь блювал, вчера устриц поел в огнях Москвы. И всю ночь блювал и дристал, чуть не умер, нахуй. Но это не суть. Друзья мои, а как вам, наверное, уже известно, меня в очередной раз кинула женщина, которую я кормил, поил, одевал, уважал. И теперь мне приходится самому питаться. А как вы знаете, питаюсь я только в огнях Москвы. Решил себя сегодня побаловать. Сегодня Юрка решил отужинать устрицами в своем любимом огне Москвы. В своем любимом огне Москвы. Ну, в общем, ждем устрицы. Во, мне уже принесли сахарок, вилку, ложку, капуста квашеная, чаек, пепельница. Нихуя, блестящий глаз. Что, пробуем соляночку в огнях Москвы. Сметанка, лимончик. Ну, на мой взгляд, жидковатенько. Прям сопля, знаете, туда, блядь, в тарелку залетела. Пиздец, обломная хуйня. Очень вкусно. Заебись. Ну что, давайте пюрешка пробовать. Я вот капусту всегда слащу чуть-чуть.
Никто этого не понимает. Знаете, так вот, чуть-чуть сверху, чтобы послаще было. Что-то я подсел на эти котлеты. Мне кажется, они в них кокаин добавляют. Почему так вкусно, как у мамы. Охуенчик. А сейчас еще устрицы принесут. Курцу принесли устрицы. За здоровье Матиевского и Аленочки. Вот хуёво, знаете, я еще не слишком богат, чтобы, блядь, мне нравилась эта хуйня. Угу. Как всегда, огни Москвы охуенно. Наелся. Можно идти поспать, наверное, теперь. Так и вот, приходишь в тот район Боте, ну, на мопеде приезжаешь. Я тебя уверяю, в течение 20-30 минут вечером тебе подойдет вьетнамец и предложит мариванну. Так что вот, все очень легко. Но также есть русские ребята, которые здесь помогают. Ну, они в Телеграме есть, там, в Ватсапах. Им пишешь, они тебе даже домой привозят. Тоже очень удобно. Что еще? Ну и вообще, будет что интересовать, спрашивай, скажу. Ну, а больше я, в принципе, ничего не знаю. А, узнал, сколько здесь колесо стоит? 2700. Мне чанди говорят, 1000 стоит. Ну все, 2 минуты наркоманов закончились. Давайте что-нибудь другое поснимаем. ВПДС, спасибо. А, ну так и вот. Я же сегодня себе поставил цели. Я, вернее не я, вы должны вместе со мной набрать 5000 подписчиков к Новому году. Да, это будет наша с вами цель. До Нового года собрать 5000 подписчиков. Как говорит Матиевский, надо какие-то пунктики написать. Выполнить эти пунктики, и будет 5000 подписчиков. Так у меня к вам вопрос, друзья мои. Какие надо делать пунктики-то, чтобы собрать 5000 подписчиков? Вот сижу, думаю, ничего в голову не приходит. Угу. Надежда только на вас. Сейчас я ракурс поменяю, чтобы, знаете, картинка была более живее. Что-то ракурс не особо поменялся. Так и вот, в связи с тем, что я поставил вам и себе цель 5000 подписчиков, я начал изучать этот вопрос. И начал узнавать про алгоритмы Ютуба. И знаете, я что узнал? То есть я их все узнал, эти алгоритмы. Алгоритмы Ютуба — это вы. То есть вы меня можете или приподнять, или унизить. И вы очень некликабельный зритель. Я вот здесь статистику посмотрел. Ваша кликабельность как зрителя всего 10%. А у нормальных каналов, где не петушары подписчики, а нормальные люди, блядь, не челядь ебаная, как многие из вас, там кликабельность 40%. Так вот, упыри, блядь, будьте кликабельны. Вот я вас сейчас оскорбил каждого. Вы в ответ обязаны оскорбить меня в комментариях, поставить лайк, дис, засунуть себе колокольчик в жопу, чтобы вам, знаете, всегда это напоминание приходило, что одноглазый стримит. А еще я, блядь, сегодня проснулся в 4 утра, блядь, 2 часа стримил, и знаете, сколько настримил, Юрка? Ни-ху-я! Охуеть! Вот вам и ночные стримы, блядь. Просто пиздец. Повышайте свою кликабельность. Так что это вот пока единственное, что я придумал, как вот нам увеличить все. Вы, наверное, еще многие спросите: Юра, надо поменять ракурс.
поменял ракурс на такой. О, не, подождите. Вот на такой. Заебись! Вы, наверное, спросите: Юра, а что же ты будешь делать дальше? Так я вам, друзья мои, отвечу. Вот мы с вами до Нового года соберем 5000. Что-то эта женщина ходит старая, правда? Ну, которая там проходила в начале. Так-то. Чуть-чуть спорта. Короче, ладно. Так вы и спросите: Юра, а что ж ты дальше-то будешь делать? Какие идеи? А идеи пока, вы знаете, какие? Надо вот набрать 5000 подписчиков, а до этого времени будем с вами сидеть во Вьетнаме. Сейчас визу надо через 2 недели продлевать. Блядь, дайте кто-нибудь $40, а? Не хочу никуда выезжать, наверное, продлюсь на месяц. А там будет видно. Блядь, пиздец, если ветер. Короче, вот. Главное не унывать. Пора поменять ракурс. А про что мне поговорить?